Привет, меня зовут Чазина, я являюсь сотрудником компании Lanix, и сегодня я хочу вам рассказать про наш замечательный товар. И наш сегодняшний товар будет называться «Сделай стикер своими руками» или «Make a sticker». Вот у нас такой замечательный набор. Набор входит сразу вот на аппарат для приготовления, изготовления стикеров. И также у нас здесь входит вот такой вот замечательный кейс, видите, да, где вы можете хранить все необходимые заготовки для стикеров. Также есть еще дополнительный набор, но про это я чуть позже вам расскажу. Как же мы можем с вами приготовить стикеры? Так как у нас уже есть набор, и тут мы уже чуть до этого готовили, вытащим ненужное. Все, замечательный наборчик, он состоит из вот таких штучек. Далее выбираем то, что нам нужно. В первую очередь нужно выбрать рисунок. Рисунки, вы видите, у нас они разные. Разные, да, герои идут. По дизайну они отличаются. Выбираем тот, который нам нравится. Ну, не знаю, что нам выбрать, что же нам выбрать. Давайте выберу вот этого героя. Этого героя у нас из серии Харп. Мультик у нас такой есть. И игрушки такие есть. Выбрав уже дизайн, который нам нужен, мы должны выбрать уже соответствующую формочку, которая будет подходить к этому. К нашему герою больше всего подходит вот этот дизайн. Вы видите, здесь есть лапки, как и у него, приподнятая такая челка, и здесь тоже формочка соответствует всему этому. Ну, так как мы уже выбрали форму, выбрали нашего героя, далее нам что нужно сделать? Вот здесь вот есть такой вот скотч, который нам нужно снять с вами. Аккуратно снимаете ненужную часть, прикладываете вот сюда, приложили вот сюда, вот таким вот образом. В принципе, ничего сложного нет, очень легко это все делается. И далее берем вот такие вот бисеры, бросаем вот сюда. Бисеры могут быть разные, какие хотите, можете выбирать. В комплект уже входят бисеры. Ну, а если что, можно какие-то свои докупать и класть, если вам хочется что-то особое. Дальше берем наш дизайн, который мы выбрали, Мунка. И Мунка кладем вот таким вот образом, сверху. Положили Мунка сюда, он у нас вот таким вот образом лежит, вы видите. Дальше вставляем вот сюда, и все, внимание, вот сюда все смотрим, вот сюда. Раз, два, три. Все, наш стикер с вами готов. Вот она у нас таким вот образом. Мы его уже сделали с вами. Куда же можно этот стикер приклеить? Можно приклеить телефон. Вот я уже себе приклеила. Или блокноты. Вот сюда различные блокноты можно приклеивать. Ну, кто-то сумки хочет приклеивать. Чтобы приклеить, просто достаточно. Вот здесь вот есть скотч. Берете вот этот скотч. Вот таким вот образом снимаете. Все, здесь эта часть уже приклеивающая часть. Сняли и клеите туда, куда вы хотите. В наборе уже входит вот это все. То есть заготовки входят, формочки различные. Но если заканчивается, можно докупать. Тут отдельно уже продается. Отдельные заготовки, где тоже лежат различные формочки, герои наши все. И можно дальше продолжать это все делать. Я думаю, вам понравилось, потому что здесь не только детям нравится, знаете, вот даже взрослым очень нравится. Вот мы тоже взрослые, но нам безумно нравится. У себя в телефоне клеим. Кому бы ни показывали, везде всем нравится. Больше взрослым нравится, чем детям. Дети тоже, наверное, в восторге, но я думаю, и взрослые получат от этого огромное удовольствие. Спасибо за внимание. Дальше вы следите за нашим эфиром. Мы будем вам показывать другие наши товары, которые у нас есть в наличии. Пока!